красавицы, всем привет! Как вы уже поняли, нас очень привлекают невероятные красивые здания с историей. Сегодня мы приехали в музей-усадьбу Астафьева и хотим вас познакомить с этим уникальным, прекрасным местом, которое было построено в 18 веке и является истинной жемчужиной русского классицизма. Парк открыт ежедневно с 8 до 11 вечера. Помимо парка можно также посетить интересный музей, который находится на территории усадьбы. Тут можно хорошо провести время с семьей и насладиться красивыми видами. Но также идеальные колонны, красивые фасады. Все это уникальная возможность девчонки сделать классные фотографии. Теперь понятно, почему Александр Сергеевич Пушкин выбирал именно это место для творения и создания своих шедевров. Красавица, помимо того, что вы сможете здесь делать красивые фотографии, насладиться невероятной атмосферой, просто шикарной, вы сможете еще выпить кофе и полюбоваться видом. Нам удалось взять интервью у жительницы этой усадьбы. И если вы соберетесь посетить усадьбу Астафьева, то не забудьте взять орешков и угостить этих маленьких крох. Не забудьте подписаться на «Она Москва», чтобы не пропустить самые классные места нашей столицы.